Друзья, мы в Salami Bee, мы сегодня не только делаем медицинскую клинику, но мы еще раздаем мамочкам одежду. Здесь одеваются, первым одеваются мамочки, которые беременные, которые носят малыша. Конечно же, нужно, чтобы сейчас на сезон дождей, чтобы они были тепло одеты, чтобы были они в сохранности, чтобы в сохранности был малыш. Вот, и потом, конечно, мы сможем раздать детям здесь одежду. И у нас есть теплые штаны для детей, теплые штаны для мамочек, одежда для грудничков у нас есть. И все, мы сегодня практически там, всю вот эту гору одежды мы могли купить всего лишь за там, 100 с чем-то долларов. И огромное спасибо Марии Топовой и ее женской команде, которая собрали финансы для того, чтобы мы все это могли сегодня здесь людей благословить. Mama, are you happy? You yes. are happy? Aduko happy. Me bright. You need translation. Oh, thank you. Asante Maria. Asante Maria Topova. This is a woman from Salami Bee. Yes. Yeah. And this is Bishop Nixon. We are happy for you, Mama Maria, to provide for us this small clothes for pregnant women. Now I think they are going to be happy because we are having rain. This is the time for rain, and they are happy. So they are saying, thank you, God bless you. Continue to bless other people. You have more, you have long life. God amen, amen. Thank you. Вот эти лохмотья. Вот эти все лохмотья сегодня дети выбросили здесь на Элгоне и одели новую одежду. И это очень здорово. Это очень здорово. И у нас уже начался дождь. И у нас нам нужно сматываться отсюда. Ребята уже все сидят в машине. И мы уезжаем. Пока нас окончательно не затопило.